Вот он, Intel Core i5. Умный, прибавляет мощности, когда нужно. Неплохо. Начать операцию захвата! Вперед, вперед! Вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна. Парни, это 5. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнер турнира – компания Western Digital. Ну что ж, всем привет, ребят, с вами Вилат, это Intel Challenge Super Cup, и это плей-офф, это первый раунд Double Elimination, играет между собой команды Natus, Winzer, Украина, S-Turtle, Румыния, Best of 3, первая карта, и за Скуржей у нас играет команда Natus, Winzer, Dendy играет на инвокере, Хвост на Windrunner, на Винге, конечно же, на Винге будет играть Габлак, Ахура играет на ЦМке, но я думаю, кто у нас остался последний, да, нету еще героя для, так, кто-то еще не пикнул. В мид у нас уже пошел Dendy, Артстайл Баланар, вот берет Артстайл Баланара, ну, собственно, как пойдут лайны, думаю, вы, в принципе, понимаете. Это понятно. Наверх идет у нас Винга с ЦМ-кой и с Баланаром. Очень неплохая такая трипла. Против них будет стоять Бон на Патме. Или тоже будет трипла с Демонвичом, Патмой и Вичдоктором. Это очень интересно, потому что, видите, у Вичдоктора есть смокнет вардов. Значит, туда они идут не зря. Бруда будет в миде. И внизу будет Соло Леон стоять на Рубиан Вивере. В принципе, пик очень-очень даже неплохой. Заработала уже у нас High Quality стрим. Тоже вы можете к нему присоединяться. Думаю, найти его вы сможете. Low quality, собственно, висит сейчас на продоте. Я просто вижу, что нереальное количество народу прямо сейчас уже ворвалось в игру. И какая-то у нас пауза. Непонятная. И тут уже готовится стычка наверху. Тут 3 против 3 героев. Вы знаете, на лоу левеле герои Na'Vi выглядят немножечко посильнее. Да, просто я не ожидал, что такое количество народу будет у нас в стриме. Я просто, если честно, немножечко ошарашен. Не знаю, может быть, проблемы с VAH TV. На английском можно было сделать анонс. Guys, I'm terribly sorry for this, but I think I have some problems with new patch in VAH TV recorder. So I don't know why VAH TV stream is lagging. Maybe it's some kind of VAH TV admins issues. I hope will fix it. But if your stream crashes at VAH TV, you have just to watch my video stream and to listen the shoutcast in Russian. I'm terribly sorry that I'm not shoutcasting in English. My English is really pure. And maybe sometime I will try to make shoutcast in English. Now I want to welcome you on my Russian shoutcast from this game. Na'Vi versus Strong Turtle is the first game, and stay here and watch the stream. Now, наверное, как-то попытался им объяснить, чтобы они там не особо переживали, наши английские друзьяки, которые, кроме как на моем стриме, наверное, не могут нигде посмотреть эту трансляцию, поэтому нужно им проблемы какие-то. Проблемы у Хвоста. И го-го-го. Все, готовы. И возвращаемся мы к игре. Guys, you can join the Mirk conversation in IRC channel V1LAT. И пошла у нас драка. Смотрите, как далеко здесь зашел Ахура. Пытается щелкнуться, летит стан. И стрела, это минус Ахура. First Blood делает бон 7. И смотрите, тут проблемы у Артстайла. И его гоняют еще. Ну, Артстайл, конечно, здесь уйдет без проблем, потому что нету никого еще. Слишком далеко зашел Ахура. И вот вы видите, какой фейл. Uh...
Сейвы придется делать ребятам самим. Ого, какое начало. 1-0 в пользу команды S-Turtle. Да, сразу на русском, как говорят, заварил. И вы видите, до выхода крипов команда S-Turtle повернулась счетом 1-0. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, гарантирую я вам, что сегодня будет действительно интересный дота-вечер. И мы не разочаруемся матчами, как первым противостоянием, так вторым. Начало уже очень веселое. Но это только начало. Вы знаете, что линия с Баланаром, в принципе, возможно, может натворить нереальных чудес. Преимущества, по сути, огромного нету. Ну, как бы немножечко есть, но... то такое. И мы будем, конечно, наблюдать за тем, что будет происходить здесь на трипле, потому что это самые интересные расклады, скорее всего, будут. И вот смотрите, в спину уже Винга с Сэмка пытались обойти. Варт Ахура тут все-таки тыкнул. И пошел, вы смотрите, пошел. Ну, слишком много крипов, могут быть проблемы. Вот Ахура дает рассказ. Смотрите, врыв на Демон Вича. И тут же стан получает габлак. Бьют Вич Доктора. Подкоп по двоим. Бьют здесь габлака. Ахура пытается закрыть собой. Артстайл нарезает со спины на развороте. Артстайла могут зажать. Артстайл дает войд. Хорошо. Пытается уйти Вич Доктор. Юзает. И хорошо здесь Смида, Дэнди. Дэнди помогает, убивает, и вы смотрите, будет ли у Артстайла мана? Нет, не будет. Да, будет. Два килла делают Нави. Два килла делают Нави. Здесь Ахура прячется от Патмы, у которой нету прыжка. Сама себя здесь Патма зажимает. Ахура здесь дерется, конечно, умирает. И здесь возвращается Демон Вич. Подкапывает Артстайла. О боже, какой экшен. Хекс. Артстайл пытается уйти. Нужна стрела здесь от Патмы, но она зажата здесь за крипами. Стрелу никак не даст. Погонял здесь хорошо FDX. Артстайла, но остается он в живых и разбегается, ребята, по разным сторонам. Нет, вы смотрите, гонят дальше Артстайла. Все, успокоились здесь S-Turtle. Неплохое начало. 2-2, мега экшен. Патма залезла вот сюда вот далеко и ничего не смогла здесь сделать, ну, потому что не было у нее прыжка, была только стрела на первом левеле, но все же не смогли помочь никак ребята из Нави там Ахуре, потому что очень быстро с ТП прилетел Вич Доктор, разрулил всю ситуацию. Так, 2-2, третья минута игры. А в миде Бруда, вы смотрите, против Дэнди, как далеко, ну тяжело будет инвокеру, конечно, против Бруды стоять, который будет максить паучков. Тауэр здесь будет начинать сейчас пушиться, очень серьезно пушиться. Вот видите, один паучок подгрызает Дэнди. Дэнди пытается как-то крипов на себя агрить, чтобы они не били Тауэр. Делает все правильно, но Бруда тут, конечно, с паучками за Тауэром будет стоять очень-очень долго и мешать активно жить Дэндигу, у которого скоро закончится реген. Здесь Леон 9-3, против него хвост 10-2. Хвост, в принципе, стоять будет очень хорошо здесь. Посмотрим наверху, что наверху, конечно, будет происходить самая основная хинея сегодняшнего дня, и будет происходить она там постоянно. Конечно же, до первой ночи, до которой осталось очень мало, минут 7 игрового времени. И потом начнется. Вот смотри, какой первый интересный айтем. Это Robe of Magi. Это не тапок, это не что-то либо еще. Это именно Robe of Magi. Ради монопула, не знаю. Ну, непонятное решение. Редко такое, конечно, увидишь. Танк прилетает в Демон Вича. Это проблемы с рассказом. Он сейчас может умереть. И сюда летит Санстрайк. Но он выживет после Санстрайка. Блочит Артстайла. Заблочили, выживает Демон Вич. И Артстайл, вы смотрите, тут еще бьют Патму. Патма должна упрыгивать сейчас. Прыгает Патма. И все-таки выжили. Оставалось буквально 5 хп здесь у Демон Вича. Как заблочили. Ароу ловит габлак. 3 секунды, мало. Они, конечно, не пойдут. Артстайл еще с маной. Нет, без маны был Артстайл. Хорошо тут, как сыграл Вич Доктор в этом моменте. Когда он не дал просто пройти Баланару и погрызть этого Демон Вича. Красавчик. Возвращаемся в мид, Дэнди, 14-6, есть 6-й левел, хорошо, Бруда, 5-й, 1-0, боже, она не выигрывает лайн в говно у инвокера, это просто что-то с чем-то, здесь что творит эта Патма? Ага, она просто умирает от нейтралов, чтобы побыстрее добраться домой. Убирает от нейтралов бон 7, закупился он предварительно, ну это понятно, купил он точнее скролл себе и сразу полетел, потому что ну, без маны в принципе толку никакого. Вот и будет атака на Дэнди, ну это пятый левел, я понимаю, Дэнди есть конечно инвиз, бояться ему нечего, но есть у него все, то есть, ой-ой-ой-ой, Леон и прошьет же его, хвост не попадает.
Не попадает хвост, 17 на 3, крипстат, 19 на 4 у хвоста, здесь ровная битва. Вы смотрите, пауки, пауки пытаются по-прежнему грызть здесь Дендика. Дендик прячется сюда в леса, обходит, обходит ЦМ-ка, но палится, нет, не палится. Ой, проблемы сейчас будут у Денди, но Бруда по-прежнему 5-й левел. Где ЦМ-ка? ЦМ-ка вернулась, да, боится. И пошел под тауэр, плюет и уходит в инвиз Денди. Ну и будет Нова, но Новы здесь мало. Денди сейчас убьет эту ЦМ-ку, наверное. Денди вылазит из инвиза, но она... Он... О, боже. Почему же он не дал ничего абсолютно? Смотрите, просто... Боже, какой я тупой. Это забей, все. Возвращаемся наверх, это Патма. Патма постреливает здесь крипов. И ловят артстайла. Все, ребят, забили. Бывает. Я просто реально не понимал, что происходит, и долго не мог понять. До меня доперло только что, насколько я тупой. Ну ладно, это такое, это вы знаете. Это пережитки, врываются на артстайла. Хекс, сейчас будет подкоп. Вот есть подкоп, теперь должен быть стан от Вич Доктора. И Патма прыгает, Старфол зажимает артстайла. Артстайл умирает, забирает его Бон 7. Это третий килл, отдался крипам, поэтому киллинг спри. И это минус тавер. Это минус тауэр, счет 3-2 в пользу команды S Turtles. Забирает тауэр Коко, что самое интересное. Не дал он бонус забрать тауэр, забирает сам. Счет 3-2, 1-0 по тауэрам в пользу команды S Turtles. И сейчас будет 2-0, потому что Дэнди бегал домой. Вилат, как всегда, в каком-то матче любит вот так вот подфейлануть, но ничего страшного. Не критический фейл, но я реально испугался. Думаю, да блин, какая же ты жесткая ЦМ-ка. Но это, оказывается, не та ЦМ-ка. Видите, всех крипов, всех... Ой-ой-ой, тут паучки-то покусают, серьезно, Ахуру. Понимает, он это, он берет 4-й левел. Паучки-то чуть не сгрызли. Была бы здесь Бруда в инвизе, она бы просто плюнула и убила. Но Бруда была далеко, здесь, внизу. Хвост. Будет ли дырявить? Нет, не будет дырявить здесь он на этого жука. Спокойно он стоит, подфармливает. У него есть, что ему принесла Кура. Кура принесла ему хедреску. 31 на 1, шикарно. 22 на 3. Хвост выигрывает линию. Просто молодец. Здесь 6-й левел Бруда. Дэнди уже 7-й. 21 на 8. Бруда 22-0. Просто я не понимаю, как... Как здесь не... Не выигрывает Бруда. Так, тут Патма получила очень много плюх. Тем временем внизу... Вы смотрите, убили, не внизу, это было наверху, да, ТДФ убил, да, все-таки убили Габлака, который вышел помогать, я пропустил опять этот момент, получила тут много плюх, конечно, Патма, но минус Габлак, счет стал уже 4-2, тауэр в миде, скоро будет красный Бруда, никуда пока не спешит, есть банка, у Дэнди банки нет, но у Дэнди есть уже ПТшечка, в принципе, его Бруда вряд ли убьет, если не будет Даста с собой или что-то чего, здесь уже Вич-доктор, 5-й левел, Вич-доктор придет сюда на помощь, но толку от него тут, конечно, будет мало. Ну что, что можно сказать? Войска вступили в бой. Совет мой вам такой чистый. Ох, Арроу мимо Дэнди. Мой чистый совет, ребят, если вы смотрите стрим, не советую вам его закрывать, потому что будут проблемы. Вы видите, гонят здесь Дэндика, у него есть инвиз, конечно, он отбросился, все нормально, но Бруда забирает вместе с Патмой тавер. А тут в лесу, вы смотрите, нашли Вич-доктора, нашли Демон Вича, быстро его убили, тут же Санстрайк, и сейчас бежит в мид три героя команды Нави, но минус тавер, уже будет поздно, счет стал 4-3. Еще раз повторяю, не советую вам обновлять стрим, потому что если вы обновите, у вас будут проблемы с Овнетом, который сейчас едва дышит, не понимает, наверное, не почему-то столько народу. Ой-ой-ой, здесь жук-паук какой лоу-хпшный. И вы видите, отпивается он баночкой, пытается бить хвоста, у хвоста могут быть проблемы, потому что здесь Патма. Патма успевает хвост и будет ТП-аут делать. Нет, поздно, и доминейтинг уже у Бон 7. Видите, хвост, в принципе, сделал все правильно. Он дал стрелу, вошел в виндволк, но не сделал ТП-аут, в принципе, ну, не успел сделать. Ой-ой-ой, вы что, Бруда, смотрите, решила в лобовую пойти на артстайла. 6-й левел артстайл ночью против Бруды. Это, конечно, не самое лучшее решение, тем более, что сюда уже летит кто-то из героев Нави. Это, скорее всего, ЦМ-ка. Или, в принципе, очень вероятно, что Винга. Нет, это ЦМ-ка. Винга у нас... Где у нас Винга? Винга у нас в миде. Винга у нас в миде. Мертвый хвост. И вот, смотрите, атака на Бруду. И убирает Бруда. Умирает Бруда. Хорошо, с Дастом прибежал Ахура, убил. Молодец. Сильно долго здесь висел, конечно, у нас Парасель. Играет он, в принципе, вы знаете, не лучшую свою игру. Он мид не выиграл, можно даже сказать, проиграл. И вот сейчас у него получается тоже не все самым хорошим образом. Тут тем временем, видите, 4 героя команды S Turtle, одна машинка и крипы пушат тауэр.
Дэнди отбрасывается, отбрасывается. И очень хорошо отбрасывается. Демон Вич-то, вы смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и три плюхи, и Демон Вич едва живой уходит. Вот такой вот инвокер, вон на антипуш, да? Плюс еще подошел здесь хвост, который будет постреливать. И приходит с команде Стуртл разлетаться в разные стороны. Нет, остается здесь Бон 7. Никуда он особо уходить не хочет. Бруда вернулась наверх, 0-1, есть инвиз в банке. Артстайл тут фармит, Артстайл соло фармит. И как бы нужно мешать Стуртлам это ему делать. Ну что, вингает, не проблема, винга пусть себе подфармливает. У Артстайла, если он получит свой, опять-таки урна уже не есть, он получит свой ПТ авангард, то это будет проблематичный герой очень сильно. Первая ночь только началась, закончится она еще не скоро, ну а вторая ночь он будет уже вообще очень-очень опасный. Патма левел 5, 4, 1 стат у Бон 7, 1, 1 смерть это он отдал с нейтралом, вы помните. Ну и игра пока выглядит ровно. Вот прилетает и вейдит стан, хорошо, и вейдит стан винги, здесь Бон 7. Слишком палевно это все дело, и будет ли врыв от Арстайла или что? Да, Арстайл врывается, вы смотрите, вешает банку и начинает бить Бон 7. Стан прилетает, и это минус в тупую под таурами, никакого сейва, вы смотрите. Паук не туда, нет, ловит все-таки вингу, ловит вингу. Уже киллинг сприт, да, тут проблемы огромные у винги, но его просвечивает. Вы смотрите, он возвращается тут же. Санстрайк и Артстайл со спины, второй килл забирает. Доминейтинг Артстайл, вот он этот Найтсталкер проблемный. Это будет трипл килл от Артстайла сейчас. Трипл килл от Артстайла, ой-ой-ой-ой-ой, Бруда будет его здесь пытаться грызть. Хекс, нету шестого левела, Артстайл сейчас, наверное, умрет. Нет, не умирает Артстайл, вы смотрите, прошивает еще Вичдоктора, все-таки умирает, Патма его убивает, но мегакилл ему сбили, забрали еще Вичдоктора, и здесь проблемы будут у Патмы, если она слишком далеко пойдет, потому что еще здесь герой, вот этот ночной житель, так сказать, Найтсталкер, минус 3, конечно, красиво сыграл здесь Артстайл. Не могли его убить по одному нападали на него. В принципе, Бон 7 тупанул, когда он увидел, что дают ему стан, и увидел Баланара. Нужно ему было бежать, очень далеко бежать, но чтобы понимали, что нет у него липа, ребята, и нужно было уходить. 8-6 в пользу Натус Винсера. Первая игра, 12-я минута матча. И пока какого-то бешеного преимущества у команды Нави нету, но... Но оно вырисовывается по чуть-чуть внизу. Дэнди вместе с хвостом, минус Леон. 9-6, убивают они стоящего в инвизе Леона. Ну толку-то никакого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот он какой. Артстайл со спины, с банкой. Сразу минус, даблкилл делает Дэнди, минус тавер. И вот все вот это преимущество, которое пытались зарабатывать Эстуртл, моментально просто излетучивается. За счет одной первой вылазки Артстайла сверху, у которого есть ПТ, есть таутшилд, и вы знаете, вангвард будет очень-очень-очень быстро. Хедреска, рецепт, что вторая хедреска, хедреска же уже есть одна у хвоста, просто случайно, видимо, куплена была хедресочка это, или может Ахура себе решил прикупить, вайнот, нет, непонятно кому, может просто по ошибке была куплена. Мека скоро будет у хвоста. Хвост 1-1, 48 на 13. Артстайл все, что им нужно было сделать, сделал. Он пошел, сделал 5 киллов. И более-менее. Ребят, напомню вам, что работает High Quality Stream. Это Киберарена 3 стрим с номером 172. Вы его можете найти на Овнеде. И с номером 173 это Low Quality Stream, собственно, который вы сейчас смотрите на ProDota. Артстайл, 5-2, 24 на 0, крипстат, есть ПТ, есть урна, вангвард, в принципе, будет скоро. Да, кстати, напишите, работает ли Вах ТВ, что мне писал Смиски, что Вах ТВ не работает, и вот мне интересно было, работает ли. Вахи нет, но мне вот пишет мой рекордер, которым я стримлю, что Вах ТВ, ну, игра типа пишется, но может быть что-то там не так. Кто может глянуть или кто смотрит игру на Вах ТВ, напишите мне, работает. Нету, пишет. Ой-ой-ой, связывает хвост, хорошо здесь потму. Сайленс будет ли? И суй-ой-ой, умирает. Артстайл, какой раскос от Нави моментально. Связка с крипом, тут же прошив, санстрайк. И войда от Артстайла банка, хорош. Хорош, хорош, хорош. Красавцы просто, 6-11. Есть Ваха, Хантер стримит же. Ах, Хантер, хорош. И ТП улетает отсюда хвост. Хантер там делает супер стрим свой на Good Game. К сожалению, то, что я пишу, он не увидит. Так что писать ничего нету смысла.
вы понимаете, ах, такой вот оппонент появился, оппонент, я уже сильно боюсь, конкурент серьезный, Бруда, нападает Арсая, тут же стан Бруду, но ее просветить нельзя, ульт Арсайла сбрили, сбрили через все, но сбрили, и стрела, ой, ловит, ловит Ахура, и здесь же Жук моментально по тьма, минус 2, ой, как хорошо-то поймали, здесь и стуртл. Ахура ловит леща 5-секундного, очень неплохого, и 2 килла подряд делают эстуртл, счет стал 8-11. Так, Патма 6-3, кстати, бон 6-3, то есть из 8 киллов 6 киллов сделала Патма. Демонвич 1-3, вот отбрасывается здесь Габлак вейвами. А вниз, вы смотрите, тут атака на Бруду. Ой, атака, то есть на хвостах. Хвост сейчас будет пытаться улететь, и он улетит. Сбить нечем. Сбить нечем, ребятки, конечно. Вич-доктор слишком далеко. Хвост красавчик, улетает. Все нормально, живой. Есть мека, есть мека. Смотрим на Артстайла. Где у нас Артстайл? Дэнди. Дэнди, Виталити Бустер, Стаут Шилд летит тоже вниз, потому что будут они Дефити Тауэр. Будут Дефити Тауэр, будет драка 5 на 5. Видите, распушивают линию, здесь будет, нет, здесь будет без Мясоводски плохо, конечно, но будет попытка подраться, но Дэнди левел 11 и с гемом, ух, есть мека, и Артстайл 10 левел, но не ночь, но ночь можно включить, улетает отсюда Жук, вот сейчас из Туртла нужно разбегаться просто в рассыпную в разные стороны карты, потому что будет просто беда. Да, все, кто хочет посмотреть игру на Вахтиви, не забывайте, патч 1.25b, 1.24 можете уже, не знаю, удалять, если вы не играете IC Cup, ну а лучше сделать так, как сделал я, то есть оставить 1.24 и скопировать его и просто пропатчить. Видите, Арсай тут дерется с Жуком, убил его, в миде у нас Габлак, и вот Тавр этот будет забирать Нави вчетвером, а Дэнди пока внизу, Дэнди уже с Вангвардом, такой плотный у нас получается инвокер, Тавр этот, конечно, убрет очень быстро, если не спалится Демон Вич, нет, здесь уже три героя, Демон Вич что-то себе принес, это Патма себе принесла Брод, Сворд, я так понимаю, или кто? Или кто? И стрела! Стрела в хвоста! Нет, хвост... Я не понял, куда попала стрела, что, не в хвоста, что ли? Или он ушел, Винволк? Он ушел в Виндран, что ли? Походу, да. Патма здесь на хосте. Тауэр, конечно же, заденает, скорее всего. Вот, Паучков, вы видите, уводит. Здесь же Баланар. И готовы Нави, в принципе, драться. Но сюда еще делается одно ТП, будет 5-5. Стан полетел в хвоста. Бруда заходит. Но там гем. Бруда, там гем. Должна видеть. Вот, смотрите. Ночь включает. Свапают. Хорошо, спасает хвоста. Тут же сразу Дэнди рассказ. Пошел Новый год в исполнении Ахуры. Все пока живы. Вичдок. Дэвин Вич уходит. Очень лоу ХП. Ахура не знает, что делать. Дэнди накручивает очень сильно Вичдоктору. Тут поймали Бруду. Минус Бруда. Убивает ее Дэнди. Дэнди подкопали. Жук ползает здесь прямо в инвизе. Его, конечно, видят. Минус еще Жук. Минус еще FXD, даблкил делает Дэнди, 3 в 1 размен, отдали они только Габлака на винге, 3 в 1 Нави, 9 на 14, хорошая драка, и побежал, Артстайл получил стрелу, ой-ой-ой-ой, нет, стрела сильно короткая, поэтому выживет, конечно, 3 ореха очень мало, пока нет вангварда, но все равно крепкий такой герой, 1300, 10 армора, красавцы. Товарищ VZL13, прошу не писать с этими месседжами на канале, потому что придется вас забанить. Нави забирает второй тауэр по миду, счет 9-14, 18-я минута у нас идет игры, напомню, формат Best of 3. Формат Best of 3 это первый раунд виннеров, то есть победившая команда гарантирует себе к минимум топ-6, но это, конечно, мало, Ару мимо, в прошлой драке у нас Боун не умер, поэтому у него стат по-прежнему 6-3, всего 29 крипов убито, кстати, прошу заметить. То есть киллов он наделал очень-очень неплохо. Ну, Бруда пока, если честно, вы знаете, ага, Бруда, вы видите, что собирает. Бруда собирает Блейдмейл. В принципе, артефакт довольно неплохой. А, ну если занимаешься волонтерством, то в принципе можно, если ты не будешь писать гадость, опять-таки, если ты будешь писать полезную инфу, то есть там ссылками на мой стрим и на чей другой, то, пожалуйста, всегда рад, за это тебе спасибо, если ты не будешь спамить. Просто я уже подумал, что ты сейчас начнешь спамить, и будет беда. Да, ребят, просьба к дасисту, всех, кто дает ссылку на стрим Хантера, убирать к чертям из чата. Пошел он в жопу. Вообще не хочу, чтобы люди, которые смотрят меня, портили свой мозг, свой слух стримами Хантера.
Да, пишут мне, Вилат боится конкуренции. Конечно, боюсь просто. Просто не могу, Хантер, это же... Вы понимаете. Ладно, хватит кормить тролля, он и так упитанный, чтобы не обижать. 11 левел у нас Леон, а 11 левел у нас Хвост. Здесь у нас что? 7 левел Вич Доктор, 7 левел Демон Вич, Бруда тоже 10 нужен 11, но у Бруды есть уже Блейд Мейл, и сейчас будет 11 у нее левел. Вот нужно уйти сейчас ребятам, дать ей взять 11 левел, вот они, и уходит Бруда. Ну что это за бред? Тебе нужна экспа сейчас. 11 левел получше. Нави забирает Рошана. И Нави его заберут очень быстро. Эстуртел это знают. Нет, не знают. Нет, Эстуртел это не знает. Они могут только подозревать. Потому что Рошан здесь убрет просто феноменально быстро, вы понимаете. И Нави, вот, собственно, ихняя игра, да, как они играют, это, ну, похожая игра на некоторые стили прошлогодней ТТС, я уже не один раз говорил, это не только я. То есть вы знаете, что идет сначала пуш по линиям, если получается, то хорошо, забирается один тавр, если не получается, то идет какой-то забег с тем же Баланаром, с ДК или с Алхимиком, делается 1-2-3 килла, устраивается драка, выигрывается за счет ночи, потом забирается второй тавр, забирается Рошан и заканчивается игра. Вот сейчас... Нави будет действовать четко по этому принципу, потому что этот принцип, в принципе, он очень хорош. Его не нужно как-то там... Чем больше будешь троллить. Ладно, я никого не троллю, я к уважением отношусь к работе коллег по цеху, так сказать. От этого никому хуже, конечно же, не будет. Всем еще раз вам напоминаю, что это никто другой, это Вилат. Смотрим мы Intel Challenge, Super Cup, это плей-офф. И пока, вы знаете, пока все очень-очень хорошо у нас. Кстати, у Дэнди. И вот в мид он перетягивается, потому что артстайл уже здесь. Здесь же подтянулся Хвост. Вот бежит уже Дэнди сюда. И тут драка может быть поздно. Отрывается на артстайла, пока он далеко, если сбьют ему. Вот не нужно. Все, нужно уйти. Вот, хорошо сделали сейчас Эстуртл. Они поняли, что нету смысла сейчас сливаться на артстайла, у которого Эгис. Он выхиливается. Связали Жука. Вы смотрите, сразу на него все врывается. Сайленс минус Жук. Это проблема. Это проблема, Демон Вич прошивает его Хвост, Хек, здесь лежит кирпич, свап Демон Вича, моментальный минус, Габлак его свапает, Демон Вич разрядился в Ахуру, но толку красный луч победы здесь не тащит, минус 2, и Нави сейчас будут заканчивать эту игру, наверху у нас Бруда, она вообще ложит на все происходящее, ну нормально, чё, пацаны всего-навсего мид сносят, чё там, 22 минута, можно и пофармить верхнюю линию. Вот видите, Ахура залетает слишком далеко, вот, ну как слишком далеко, нормально. Глиф отюзали здесь парни из команды Эстуртл, теряют бараки, ну станы Вич-Доктора летают, но это такое, это чисто массаж ног для команды Нави. Вот минус один барак, вот сейчас попытался артстайл ворваться, но полетела банка по нему и не получилось. Стрела в Габлака, стрела плотная такая, и Габлака нужно в принципе сейвить, артстайл здесь остается, конечно, вот разворачивается, еще и будет бить Вич-Доктора, нет, дал он сайленс на Вич-Доктора, ну тут ахуры могут быть проблемы, да, долетают до него жуки. У Ахуры могут быть серьезные проблемы. Вот, Ахура, вы видите. Оп, бежать, дает нову. Артстайл на развороте пытается сейвить. И прыгает сюда по тьма. Ахура умирает Ахура. Артстайл тем временем забрал Леона. Ну и тут Артстайл зря. Винга еще близко. Да, Артстайл здесь отдаст Аэгис. На ровном месте отдает Аэгис. И вот сейчас нужно уйти. Сейчас нужно уйти отсюда. Здесь что у нас происходит? Здесь за Брудой, с ДД. Нет, они будут цеплять. Бруда с ДД, они будут ждать. Стрела прилетит, нет, стан здесь, Вич-Доктор, и Бруда рядом, минус артстайл, вы посмотрите, бон 7, киллинг спри, еще и ловят вингу, Бруда потерялась в двух деревьях, Патма прыгает, пытается постреливать, здесь что у Габлака есть мана, здесь же Хвост связывает Бруду, нет, стан Хвоста, Хвост включает ногу, бежать, убегать, минус армор, хорошо, развели просто на лоха. Сыграли здесь Нави, в разные стороны разбежались, сказали, ребята, давайте по очереди, что делает Хвост? Ну тут его никак не поймать, Демон Вича нету тут даггера или чего-то такого, Хвоста скоро будет мека, все окей. А Дэнди тем временем занимается тем, чем он любит заниматься, просто идти куда-то и что-то там пушить, там что-то там делать, ну и так далее. Так.
Итак, напомню еще раз вам, что High Quality Stream, который можно найти на Own 3D, также на Киберарена TV, это 1.5 мегабита. Low Quality Stream это 500 килобит, собственно, найти вы можете опять-таки на Киберарене, и он на заимбендинг на Продоте, так что можно и там смотреть. Очень много народу нас сейчас смотрит, больше 10 тысяч человек. Радует, конечно. Сведи Карус. Пишет хвост, который ловит бешеные эрвы здесь. Ну, тут пытался артстайл убить Бруду. ТП аут, конечно, самое правильное решение. Ну, вот, любимый зомбак Хантера, просто такой вот Вангард ПТ урна. Любит он артстайла именно за это. Ну, то такое. И Нави перемещается вниз. Нави перемещается вниз. Они выигрывают со счетом 17-11. Ровно 25-я минута игры. И будут они пушить тауэр сейчас. Тир 2 тауэр, и это понятно. Смогут ли сделать что-то из Туртл? Думаю, нет. Жук, видите, далеко. У Жука, в принципе, есть вангвард, но... Фейл в том, что, вот видите, барабаны и врыв будет на вин... Ну, тут что? Бруда. Будут ли пытаться? Нет, отдадут. Просто тауэр сделают правильно. Отдают тауэр? Нет, пошли жуки! Бруда с блейдмейлом! Вы смотрите, ну зарано ты включаешь блейдмейл, подруга, ты чё? Ой-ой-ой, пошла здесь битва! Врывается артстайл, начинает резать вич-доктора, вич-доктор пытается жить! Вич-доктор здесь умрет, артстайл фокусят через все, вич-доктор умирает, прыгает за ним бон 7, артстайл минус, бон 7 его убил, здесь винга побежала так далеко за кошаком этим вонючим, ох! Вы смотрите, паршивый кот какой, что начудил, и один остался в живых, и тут поймали еще FDX, его тоже убили. 4 в 1, артстайл выкупился, уже бежит сюда. Вшивая кошка не помогла, к сожалению. И GGVP пишет Парасель. И это 1-0 в пользу команды Natus Vincere в первом раунде плей-офф Intel Challenge Super Капа. Ну что ж, сейчас будет маленький старт-стоп на high-quality плеера.